Сотрудники Харцизского торготдела продолжают инспектировать магазины города на предмет соблюдения предпринимателями правил торговли. Проверяющие обращают внимание на выполнение владельцами торговых точек рекомендаций по благоустройству прилегающей территории, а также мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Отчет об итогах последних рейдов вчера был представлен главе администрации Харцизска Виктории Жуковой. В период со 2 по 8 февраля сотрудники торгового отдела выходили в рейды ежедневно. Понятно, что эти внезапные проверки для некоторых предпринимателей, особенно тех, кого не слишком-то заботит благополучие и здоровье покупателей, стали неприятным сюрпризом. Нарушители в итоге были вынуждены подписывать протоколы, и теперь им грозит административный штраф. О выявленных недочетах и предпринимаемых сегодня в отношении отдельных бизнесменов мерах сообщила заместитель главы администрации Харцизска Ольга Бондарева. Отделом торговли были осуществлены рейды по улицам Островского, Кларыцеткин, Гайдара, Патаржинского, Добролюбова, Вокзальная, Нахимова, Чехова. Рейды эти еще продолжаются, но пока вот по этим улицам, более отдаленным. Нарушения, безусловно, выявлены были. Нами составлено 12 протоколов об административных правонарушениях. Там, где замечания мелкие, мы давали предписания, просто давали устные рекомендации, но 12 протоколов мы составили. Также подготовлены письма, проекты писем пока еще на Министерство доходов и сборов на предмет возможного завышения цен необоснованного и в Министерство внутренних дел по нашим наливайкам знаменитым. Внеплановые проверки торговых объектов – мероприятия, безусловно, важные, считает Виктория Жукова. Горожане имеют право на качественные товары и продукты питания, которые они приобретают на рынках и в магазинах Харцизска, а также на чистые улицы города. Нарушений очень много по магазинам. И когда у продавца нет санитарной книжки, медицинского обследования, мало ли с каким заболеванием может быть этот продавец, который обслуживает население. Тем более во всех магазинах была ситуация, там, где открыта была продукция. То есть на нее сейчас коронавирус, во-первых, у нас, во-вторых, у нас неизвестно, какие еще могут быть заболевания у людей. То есть порядки должны быть во всех магазинах. Мы будем следить за всем порядком на всей территории, так же, как с нами работают все остальные службы, то, что мы должны смотреть за всем, что у нас происходит. И, конечно, основной упор делать на благоустройство, на порядок, на чистоту в городе. Чтобы проверить состояние прилегающих к магазинам территории, совместно с сотрудниками торгового отдела городадминистрации в рейд отправляются и представители управления жилищно-коммунального хозяйства. В минувший понедельник в городе как раз работала такая комиссия. Следующая проверка предполагает участие в ней инспекторов санитарно-эпидемиологической службы.